я Наталья Потанина, а это Владимир Леницкий, лучший тренер по кроссфиту. И сегодня мы приехали проверять сотрудников ГИБДД, потому что у них профессиональный праздник, и мы не смогли обойти стороной это событие. У нас в подразделении тоже своего рода нормы мы сдаем физической подготовленности в ноябре каждого года. А что оно в себя включает? Может быть, ГТО легче? Может быть, вы не будете свои сдавать, а будете ГТО сдавать? Подтягивание, челночный бег, приемы борьбы, ну и служебная боевая подготовка. Вот наш тренер, видите, пришел сегодня экипированный. Может быть, он вам покажет пару упражнений, вы повторите. Так, Игорь Сергеевич, упражнение крабики. Знаете, что это такое? Да откуда я знаю? Первый раз вижу в резиночку. Вот я не знаю. Я хочу заметить, что в подчинении подполковника 500 инспекторов. Так, а вы кто? Я командир роты, капитан полиции, Рыков Олег Николаевич. ГТО готовы? Легко, всегда готов. Наш тренер прям вот не нарадуется, чтобы сотрудников ГИБДД, так сказать, давайте, помучить. Давайте. Пока все хорошо? Отлично. Секундочку вниз. Горит, да, уже все? Горит. И 3 секунды, 2, 1. Скажите, пожалуйста, хорошо, нормально. Да. А скажите, пожалуйста, значок ГТО, у вас нет значка, я так понимаю? Нет, нет. Вы не хотите? Ну, почему нет? Можно попробовать. В принципе, у вас физика хорошая, да, как говорит наш тренер. Вы можете зарегистрироваться на сайте ГТО, зайти в личный кабинет, проверить по своей возрастной категории, какие упражнения. Там, в принципе, бег, прыжки в длину. Я думаю, вам это все удастся. Да, надо пробовать. Александра, можно я уточню? Мне тут нашептали на ушко, что вы кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Это у вас ручки сильные. Ну, больше, да. Допустим, если вот как сейчас мне сказали, да, ноги. Но... Посмотрим, сотрудники ГИБДД наш экзамен прошли на отлично, удивили. Ну, а если ты хочешь, чтобы мы проверили именно тебя, готов ты или нет к сдаче норм ГТО, оформляй в соцсетях пост с хэштегом физконтроль, и мы обязательно с Владимиром Леницким проверим, готов ты или нет.